OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Кошмар, сюр, абсолютний. Вадим, ви так много зробили для нашого Донбасу. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы наш президент, работы очень много, еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь, во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Тем, что он наш национальный лидер, он лидер не просто наш, а он лидер мирового масштаба. И нам не надо что-то там пытаться изображать, надо идти вместе с ним, совершать поступки, подвиги, если надо, и тогда Россия будет лучшей державой в мире. То есть вся армия будет голосовать за Путина, я так понимаю? Ну, это, знаете, это за всю армию я не отвечаю. Я говорю, что вопрос обсуждался на мероприятиях Российской ассоциации героев, и везде найдена полная поддержка Владимира Владимировича. Донбасс за Путина? Путин за Донбасс. Ни для кого не было секретом, что президент Российской Федерации будет баллотироваться, да, но как это было подано, представляете, заканчивается конференция, к нему подходят люди, девушка в хиджабе, другие начинают ему жать руку, и тут в форме красивый председатель Народного Совета Артем Жога начинает толкать речь и говорит: Владимир Владимирович, сложные времена, давайте мы с вами, вы с нами, так вот сейчас Донбасс нуждается, вся страна, давайте экономические, то-то-то, мы сможем, это. Я слушаю, я представляю, что испытывал Артем Жога в тот момент, даже если ты готовился, даже если ты прям планировал предложить президенту пойти еще один срок, то есть, я не знаю, там спина мокрая 100% была. Это было просто фантастически. И тут он начинает, и такая пауза, и Владимир Владимирович, да, я думал, он в какой-то момент скажет, за Донбасс, это просто нереально. То есть, давайте делиться в комментариях, что вы испытали в тот момент, если вы за Путина, ну тогда поставим лайк и посмотрим, сколько нас, надеюсь, это видео будет самым популярным у меня на канале. Я за Путина. Я просил Владимира Владимировича рассмотреть вопрос участия в выборах. Угу. Понятно, что это сложное решение. Понятно, что человек очень долго трудится и тяжело трудится. Но сейчас такое время, и он так много сделал, что он не может сейчас свою команду, да, оставить без такого сильного лидера, коим он является. Но вы его попросили, и он вам сказал, что готов, да? Или как это было? Да, он принял решение баллотироваться. У нас с Владимиром Владимировичем есть некие... общий пережитый формат взаимоотношений, когда была пандемия COVID, да, и это человек, который вместе с нами был в красной зоне, одним из первых, да, и, безусловно, мы уважаем его, гордимся тем, что делается для медицины, для страны, поэтому, конечно, была такая просьба. Радость. Радость. Да. Наша организация очень рада, что мы остаемся в вашей команде вместе с вами. Ура! Ну когда? Самое время. Когда? 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 Когда
срочные новости. Украина в следующем году сохранится, никуда не денется, но ей предстоит пройти как минимум два очень важных испытания. Во-первых, это столкновение с реальностью. А во-вторых, переформатирование, перезагрузка политического режима. Вот эти две вещи обязательно состоятся в Украине в следующем году. По столкновению с реальностью. Вот сейчас государственные целеполагания в Украине – это мечты. Помните, Зеленского назвали мечтателем, ведущие там СМИ западные. Да? Мечты заполняют пространство, где должны быть ответственные и достижимые государственные цели. Вот предстоит столкновение с реальностью. Президенту Зеленскому нужно научиться отделять фундаментальные факты от ситуативных. Это крайне важно для любого президента. Вот фундаментальные факты. Лично Зеленский начинает спуск с горы. Он миновал пик своей политической карьеры и своих возможностей. Он начал спуск с горы, и этот фундаментальный факт уже ничем не изменить. Этот спуск будет продолжаться. Можно только скользить медленно или покатиться кубарем. То есть вопрос только в темпе, но не в направлении движения. Примерно то же самое происходит с государственным проектом нынешним Украина. То есть идет системное истощение этого государственного проекта. И этот фундаментальный факт ничто не может изменить. Никакие поставки, никакие новые перечисления денег, которые, кстати, будут по минимуму сейчас, будет голодный паёк. Вот это системное истощение может завершиться деградацией и коллапсом, если не вывести страну из войны. Вот оставь ее в войне, и будет деградация и коллапс государственного проекта. Поэтому задача государственной власти, если таковая будет, ответственная государственная власть в Украине, это вывести страну из войны. Значит, кто будет этим заниматься? Вот сейчас идет процесс... Кто-то будет заниматься. Сейчас идет процесс... Не факт, что этим будет заниматься Зеленский. Да. Идет процесс формирования контр-элит. Вернулась политика в Украину, и идет процесс формирования контр-элит. Есть одна там зарубежная, пытается сформироваться, но самое интересное, самое серьезное, это военная контр-элита, которая сейчас формируется в Украине. Ее окончательное оформление и приход в политику, это тоже фундаментальный факт, абсолютно неизбежный. Вопрос только в обстановке и во времени. Вот, Сергей Борисович, мне понравилось то, что вы сказали, что им придется столкнуться с реальностью. Вот один из них уже столкнулся с реальностью. Ну, один уже просто об этой реальности и об этом столкновении рассказывает. Да, вот давайте Арестовича. Арестович. Вот это попытка создать контрэлиту в эмиграции. Наверное, да. Вот давайте Арестович. Такая элита прямо... Американцы, внимание, не могут произвести 1 000 000 снарядов в год. Северная Корея может произвести. Про какую бляха войну и победу мы говорим? Про какие границы 91-го года? Да. Нахрен развалил военную промышленность. Быстро создать ее не нужно, потому что нужны сотни миллиардно-долларовые инвестиции. Но даже если их сейчас сюда закинуть, то ни за год, ни за два это делать не удастся. Весь ваш Евросоюз попытался радостно произвести 1 000 000 снарядов и передать нам. Аж 300 тысяч передали, произвели. Опа, а надо 17 миллионов. Это так что? Про какую войну мы говорим? О чем вообще идет речь? Запад явился на войну со спущенными штанами. Он оказался абсолютно голым королем. Он не способен воевать эту войну и выигрывать. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.